Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся на Москве-река. Хочу ваше внимание, кстати, обратить. Видите, люди тут гуляют с собачками. Но не с детьми. Потому что ВОЗ не рекомендует гулять с детьми. А ВОЗ рекомендует гулять с собачками. А еще ВОЗ рекомендует сидеть по домам. Вы смотрите, какие у нас в Москве здесь большие дома. И все люди сидят в заточении. По рекомендации ВОЗ. А почему ВОЗ нам рекомендует? Потому что ВОЗ очень сильно переживает за здоровье граждан нашей страны. Пойдем? Пойдем. Вот, они очень сильно переживают за то, чтобы наше здоровье было в порядке, никто не болел. Так же, как Центральный банк очень сильно переживает за то, чтобы все мы были богатые, не знали никаких потребностей. Крыша надо. Вот, никаких потребностей. Точно так же, как и суд ИСПЧ переживает за наших там Навальных и всех, кто грабит нашу страну, чтобы у них не было проблем. И вот так же и ВОЗ переживает за то, чтобы наши детишки сидели дома, не дышали свежим воздухом. Старики. И старики в том числе. А собачкам дома сидеть не рекомендуется. Чтобы они... Это вредно. Чтобы они чувствовали давление на себя. И бедные сидели дома в заточении, не смогли выйти. Все парки у нас закрыли здесь с такими ленточками, чтобы дети не смогли выйти даже прогуляться. Выйти даже чисто размять свои мышцы, свое тело. А вообще, по какому праву нам дают рекомендации? Наш народ так захотел, чтобы они давали рекомендации. А когда? В 93-м году на референдуме. Им же ведь не нравилось. То, что мы были свободной страной, они решили, что демократы в роли, допустим, американцев, они такие белые люди, у них все прекрасно, они знают, как правильно жить, как наладить нам счастливую жизнь, и все, они определили, что пусть они нам руководят. Как? Через Конституцию? Статья 15, часть 4. А-а-а. Международные правила и нормы по умолчанию устроены в нашу законодательную систему и в случае противоречий преобладают над ними. Я, может, конечно, не дословно там все правильно сказал, но в любом случае, если кто-то даже что-то здесь недопонимает, ведь статья такая двусторонняя, можно ее и с положительной стороны как бы характеризовать. Допустим, Платошкин никогда не скажет про нее плохо, он всегда скажет о том, как эта статья защищает наш народ от беспредела властей, от всего нехорошего, короче, того, что могут с нами сотворить наши чиновники. Вот. И он не расскажет никогда о том, что через эту статью нас 29 лет уже грабят, олигархов тут наделали. Ну, там не только эта статья, конечно, там еще и в связке есть 13, часть 2, 75. Это, ну, сейчас пока не будем об этом, мы о другом. Мы о том, что люди, в частности, сидят по домам, потому что в 93-м году они захотели, чтобы иностранные консалтинговые международные организации не только писали нам законы, но и также давали нам рекомендации нашим правительствам, нашим, допустим, губернаторам, мэрам. Собственно, что и происходит. Они дают рекомендации мэрам и губернаторам. А мэры и губернаторы их на местах, конечно же, они могут, в принципе, их и не выполнять. Но так как они туда попадают через деньги олигархов, как мы вот хорошо, кстати, помним, Болотная площадь 6-го, 2012 год, по-моему, 26 мая, ладно, то это было в мае 2012 году, была Болотная площадь, на которой Навальный со своей командой оппозиционной пробил закон о том, что губернаторы не будут все-таки назначаться из Москвы президентом, а будут напрямую на местах выбираться за деньги, за олигархические деньги, короче говоря. И так вот, уже с 2012 года теперь у нас губернаторами становятся те, в кого олигархи вкладывают бабло. Ну и вот теперь давайте мы о чем? Мы о ВОЗе, да? Ну мы да, же о ВОЗе. Но... Так вот, ВОЗ дает им рекомендации, а так как олигархи у нас все под американцами, и если, не дай бог, эти губернаторы и мэры не будут выполнять, допустим, их рекомендации,
Но они просто могут в следующий раз не стать губернаторами и мэрами, не получить денег от олигархов и так далее. То есть здесь все завязано на бабле, на деньги. И СМИ, которые тоже работают на олигархов, они, соответственно, преподносят информацию так, что это вот здесь из Москвы людей загоняют на самоизоляцию, загоняют по домам, лишают их работы. А мэры, вот сегодня, допустим, я получил такую информацию, что стали выписывать какие-то справки, по которым люди могут ездить на работу. И им доносят это таким образом, что Путин плохой, а мэры герои. Они нарушают указания президента, рискуют своей должности, своей карьеры, но зато они идут навстречу людям, и вот они герои по этой причине. Так вот переворачивают все кирс ногами у нас наши СМИ. Уже 29 лет уже, кстати, это делается. А как ты думаешь, вот они сейчас сидят все по домам, наши как бы люди, они смотрят наверняка, что они делают? Как раз и смотрят телевизор, а там все вот им о чем рассказывают. Я не думаю, что СМИ работают на то, чтобы посвятить сейчас людей в детали, о которых ты нам рассказал. О том, что вводятся поправки в Конституцию. У нас как? Насколько я слышала, по статье 13 пункт 2, вот, которую ты сказал, у нас запрещена государственная идеология, а по статье 29 пункт 5, то там вообще у нас даже не может быть никакой цензуры. Свобода СМИ, никакой цензуры. Да. Но это можно вообще проанализировать, тут и думать-то даже не надо. Давайте просто откроем эти вот каналы. Или посмотрим, что они там показывают. Я уверен, что они этого там не говорят. Они что угодно будут говорить, но наоборот, лишь бы людей в сторону увести. Как пример, они могут сказать о поправках, допустим, про обнуление сроков президента, при этом добавить, что вот этот узурпатор хочет остаться навечно. Ну, это грубо. Конечно, они все это делают более мягко и хитро. Ну, результат, смысл их речи всегда такой. Об этом они могут сказать. Они могут, допустим, сейчас сказать о том, что вот он президент, наобещал там денег там людям раздать, кто будет дома сидеть. Ну и где же эти обещанные деньги? Вот об этом могут раскрутить тему, что он опять обманщик, например. Вот это я вот не удивлюсь. А если это взрослое поколение у нас в основном на телевизоре сидит. А ведь у нас поколение молодое, то в соцсетях в основном все сидят. Ага. Facebook, Контакт, Одноклассники, но Одноклассники, да? Там еще постарше, Инстаграм, да, конечно, вот. Да. И там сейчас идет полным ходом информационная война. Там всем показывают, допустим, 68-ю статью нашей Конституции, 65-ю статью нашей Конституции, в которой говорится о том, что нарушаются наши права там тем, что мы сидим дома, там типа вот федеральные там законы нарушаются. Да, ну, они опускают 15-ю статью, часть 4, не говорят о том, что международные правила и принципы, они в приоритете над нашими законами, и что если они входят в противоречие, то все-таки надо принимать международные правила. Это же не надо говорить, зачем? Вдруг люди начнут удивляться и думать, а как так? Что же не за справедливость-то? Главное, да? Да, что же за фигня такая? Как только начнут копать, и там будет очень рядом сразу будет стоять вот этот момент, который покажет, что ах, так вот почему президент-то у нас вот так вот все делает. Им ни в коем случае людям нельзя это раскрывать. Люди не должны об этом даже догадываться. Поэтому информационное поле у нас, конечно, забито вражеской пропагандой в основном. А пропаганду, которая была бы позитивная для людей, ее мало очень. И нас просто заливают вот этим дождем говнокакашек западной пропаганды. Но ничего, мы боремся, борьба идет, потихоньку двигаемся вперед. Все разумные люди у нас просыпаются потихоньку. Мы не собираемся отступать, будем дальше двигаться. Все будет хорошо. Вот я сейчас заметила, у нас спрашивают в комментарии, где мы гуляем. Мы гуляем по набережной Москвы-реки. Вот, здесь очень красиво, погода солнечная. Там чуть выше мы показывали Москву-Сити, видно. Такие высотные, большие здания. Находимся мы на улице Савинская. Вот. А вот я хотела, кстати, спросить у тебя, что же надо делать людям, чтобы изменить ситуацию? Вот сейчас, я думаю, такая прекрасная возможность. Всех засадили дома, им надо разбираться. Как раз да. В поправках, что происходит. У нас есть возможность
тоже вот давать свои знания, то, что мы разбираем с тобой всегда? Ну, я бы дал людям такую рекомендацию. Во-первых, начать с самого главного и основного закона нашей страны, это Конституции. Если кто-то не знает, а я знаю, что вот у нас есть такие люди, кто вообще не знает, для чего нужна Конституция. Так вот, Конституция нужна, чтобы законы, которые у нас пишутся, все соответствовали основным законам, основному закону Конституции, чтобы не было между написанными законами и законами в Конституции противоречий. Вы не можете написать никакой закон, который будет противоречить конституционному. Допустим, если у нас запрещена идеология, то значит вы не можете писать законы там, о создании каких-то организаций, которые будут заниматься идеологическим развитием нашей страны. Это будет противоречить. Нельзя этого делать. Это как так, пример. Ну вот я посоветовал бы это сделать. Взять и прочитать. Я понимаю, многие у нас не юристы, они вообще далеки от умных слов, от юридических. Поэтому, если лень тратить на это время, которого у вас сейчас предостаточно, кстати, она не такая уж большая, эта Конституция, ее за час можно прочитать, вы можете набрать в интернете, в каком-нибудь вашем любимом поисковике, например, такую фразу: «Колониальные статьи Конституции Российской Федерации». И начать изучать, там у вас много информации высветится. Если вам и там что-то будет непонятно, рекомендую зайти на, допустим, сайт nkurs.ru, да. Зайти на этот сайт, и там вся информация есть. Также очень рекомендую, очень хорошо рассказывает о настоящем положении вещей Михаил Советский. Наберите, он раскрученный довольно, его легко найти на Ютубе, там еще где-то. В свою очередь, Михаил Советский, он не откуда-то из воздуха берет информацию. В основном она идет от Федорова Евгения. Евгений Алексеевич Федоров. Да, от Федорова Евгения Алексеевича. Рекомендую его ролики к просмотру. Он прямо по факту, по существу рассказывает каждый день, почему у нас такой-то закон принят, почему такой-то принят, почему наших профессионалов и вирусологов отправили за границу, допустим, да, лечить их, людей заграничных. А у нас здесь оставили, наоборот, некомпетентных людей, которые сами заболевают, как они вообще могут вылечить других. Это как к примеру. То есть каждый день, в принципе, он прямо расписывает с точки зрения закона, с точки зрения нынешней ситуации, в которой находится наша страна. Наша страна сейчас находится в колониальной ситуации. Мы колония уже 29 лет. Это нужно понимать. Иначе мы много вещей просто не поймем, почему у нас там происходит именно так, как происходит. Да. Но я еще хотела добавить... Можно я еще перебью? Да. Тем, кто все-таки дойдет до этого уровня, до этого этапа, вот все-таки послушает там меня, да, и все-таки действительно прочитает это, убедится, что это правда, рекомендуем дальше начать на местах, сейчас вроде как же у нас самоизоляция, выходить никуда нельзя, поддерживать ролики национального курса, заходить в группы за референдум ВКонтакте. За референдум один, постить эти ролики, комментировать, лайкать, распространять, делиться этой информацией с друзьями, с родственниками, включаться вот в эту борьбу, вступать в национальное освободительное движение. Нам очень не хватает людей. Нам нужно, чтобы их было много, миллионы, 10-20 миллионов. Тогда у нас быстро пройдет и коронавирус, и, скажем так, бедствие наше, то, что у людей тут не хватает ресурсов для жизни. Да, решаться, начнут очень быстро решаться все проблемы. И в СМИ будут у нас тогда. Хорошая, правдивая информация. Сразу же СМИ свою политику поменяют, я думаю, скорее всего. Или они сами поменяются. Те, кто не захочет политику свою редакционную поменять, они просто исчезнут. Просто будет не место в свободной стране. Также на YouTube-каналах можно смотреть «За референдум». Как Алексей уже сказал, ВКонтакте «За референдум 1». nkurs.ru, не забывайте. И мы сегодня, кстати, очень много говорили про международное право. Можно добавить, что в статью 79 добавляется очень такая важная поправка, где мы хотим прописать, что наша Конституция будет иметь приоритет. Правильно?
приоритет в нашем правовом пространстве над международными договорами. Да, над международными договорами. Да. Поэтому да. Наш совет какой? Наш совет прийти. Наш совет обязательно. Вот в настоящий момент, конечно, уже откладывается всероссийское голосование. Но если его не отложат и объявят, допустим, в ближайшее время, то всем подрываться, всех звать, всех друзей тащить на участки и голосовать за принятие поправок. А если это будет затягиваться, то тогда нужно изучать ту информацию, которую я рекомендовал выше, и все равно всем народам, всем людям и гражданам нашей страны подниматься и требовать этого всероссийского голосования, так как оно уже проведено через Совет Федерации, Конституционный суд уже там все одобрил. Осталось только за людьми решение. Не смотреть вот эти вот вражеские ролики, где там упор делается на обнуление, там, на еще какие-то там негативные вещи, да, они рассказывают. Что нельзя, что это там типа публичная власть там будет, типа якобы там чуть ли не фашистская Германия тут у нас появится. Разобраться во всем самим, понять, что все поправки у нас позитивные, направленные на благо народа, и требовать всероссийского голосования, не сидеть дома, а требовать его через интернет, требовать там, письма писать, выходить, может быть, массово на улицу. Я не знаю, как бы не буду призывать все-таки массово выходить на улицу, так как президент попросил дома посидеть до конца месяца всех. Но хотя бы в интернете забрасывать везде постами, комментариями, именно с требованием требовать всероссийского голосования. Я считаю, что я присоединяюсь полностью. Изучайте информацию, читайте Конституцию, разбирайтесь сами, смотрите ролики, и мы будем все вместе с вами возвращать суверенитет нашей страны. Так что спасибо большое за внимание. Всем до свидания. Будьте разумными, друзья. И всем много-много-много здоровья. Без всяких вирусов. Так точно.